закончили проклейку шумопоглощающими материалами, проклеили весь салон, нанесли второй слой шумопоглощающий на двери автомобиля. Вот так вот это клеится одним сплошным листом. Проклеим салон, закончили проклейку багажника, проклеили арки, крылья автомобиля. Все проклеено. По этой стороне то же самое. Вот ребята сейчас заканчивают проклейку задней крышки, крышки багажника автомобиля шумопоглощающим материалом. Все, доклеиваем и будем собирать уже автомобиль. Также закончили проклейку крыши. Все готово. Все, автомобиль полностью готов к сборке. Будем приступать